каждый житель Московской области может сообщить в специальный чат-бот о фактах завышения розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия, а также на их отсутствие в точках продаж. Канал открыло подмосковное отделение «Единой России» для контроля за деятельностью объектов торговли. Разбираться по каждой жалобе будут депутаты-единороссы. При необходимости они обратятся в прокуратуру для дальнейшей проверки.